Всем привет! Краткий обзор на кольца от компании Шпур. У меня два комплекта, всего их три, один уже установлен на прицел. Итак, выбор очень простой. На мой взгляд, это одни из самых качественных колец на рынке на сегодняшний момент. Давайте рассмотрим их поближе. Комплект очень простой. Коробка, инструкция, в которой моменты затяжки винтов и все прочее. Далее у нас винтики. Здесь их в полтора раза больше, чем необходимо. Компания беспокоится о своем покупателе и кладет в комплект запасные. Далее инструмент для правильного позиционирования прицела в кольцах. С помощью этого инструмента можно установить прицел, не прибегая к всевозможным инструментам, ну, в качестве, я имею в виду, пузырьковых уровнях и прочее. Полукольцо одно и второе. Значит, это у нас получается передняя часть. Вот с пузырьковым уровнем это у нас задняя часть. Причем уровни с одной и с другой стороны. Таким образом, вы можете устанавливать эти кольца либо с правой стороны винтами, либо винтами на левую сторону. По качеству придраться вообще не к чему. Выполнено методом фрезеровки из цельного куска, а далее кольца разрезаются. Так как кольца разрезаются, соответственно, каждая половинка соответствует своей части. Это у нас получается задняя часть. Вот определить очень легко. Во-первых, по номеру, во-вторых, по вот этим рискам. Эти риски тоже могут быть использованы в качестве ориентира для установки, правильной установки прицела в этих колечки. То есть риски совмещаются с рисками на барабанчиках прицела. Но я все-таки советую устанавливать по старинке, используя для проверки и уровень, а если есть возможность, еще и отвес. Вот вторая часть колец. Как вы видите, очень много отверстий всевозможных. Это для установки всякого рода аксессуаров, которые также предлагает компания. Так, сейчас я покажу уже установленные колечки. И для примера вот такой замечательный прицел от компании Миопта. Здесь установлены кольца. Кстати, кольца, как я уже сказал, выполнены методом фрезеровки цельного куска. И марка сплава — это алюминий Т70-75. На сегодняшний момент это самый твердый сплав алюминия, плюс подвергающийся еще анодированию, твердому анодированию по третьему классу милспек. Вы видите, уровень установлен. Уровень тоже от компании Шпур. И огромное количество отверстий, в которые вы можете установить дополнительно планки, либо вивер, либо всякие переходные планки. Можно устанавливать и с этой стороны, и боковые, и здесь получается, и здесь, и куда угодно, соответственно, хоть сюда. Вообще без проблем. Как я уже сказал, колечки выбрал из соображения, ну, во-первых, мне не нужен моноблок, потому что, на мой взгляд, он очень громоздкий. Во-вторых, именно вот, допустим, в случае с этим прицелом моноблок бы просто-напросто не стал, поэтому нужны были раздельные кольца. Вот поближе, как это все выглядит. Итак, кольца Шпур. Всем удачи, всем пока.